Серебром, когда приходит сказка в каждый дом, когда звучит повсюду звонкий смех, и каждый верит в счастье и успех. Thank you.
Дорогие гости, мы рады приветствовать вас на самом лучшем празднике из всех праздников. Празднике новогодней елки. Настал для всех чудесный день. Мы Новый год встречаем. И всех друзей, и всех гостей сегодня поздравляем. Мы с Новым годом всем желаем успеха, побольше веселого, звонкого смеха, побольше веселых друзей и подруг, чтобы с нами все вместе смеялись вокруг. С Новым годом, с Новым годом. Все кукликует и поет. Мы встречаем светлый Новый год, юмор, шутки, тысячи затеет на праздник взрослых и детей. С Новым годом, всех мы поздравляем. И с веселой песней праздник начинаем. Она стоит нарядная, и огонь не горят.
на нее издалека. Нового года. Алиса, ты готова? Да. Готовы все? Только вы знаете, я смотрю, нет нашего самого главного героя. Кого нет на празднике? Деда Мороза. Точно, Деда Мороза нет. Но я думаю, что он уже с пути и скоро будет здесь. Как вы думаете, будет скоро? Да. Так, давайте проверим. Ну, вроде у нас действительно все... О, ребята, а вот этого я точно не видела. Посмотрите-ка. Написано письмо... Деда Мороза. Да. И для вас, студия Умка. Ну-ка, давайте прочтем. Интересно. Дорогие ребята, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Вы меня извините, но на праздник вам приехать не могу. Много дел у меня накопилось. Подарки всем детям готовлю. Снегами поля, леса, горы укрываю. Поэтому за подарками приезжайте сами. Ну и как вы думаете, поедем мы сами за подарками? Да! Я тоже думаю, почему нам отказывают, для чего? А для вас в конверте волшебная снежинка. Дуньте на нее 3 раза и окажетесь у меня в северной стране. Дед Мороз. Ну и как вы думаете, воспользуемся снежинкой этой? Да! Морозу, я тоже думаю, воспользуемся. Тогда сейчас подходите, ребятишки, подходите все ко мне сюда. Итак, раз Дед Мороз сказал дунуть на снежинку 3 раза, будем дуть. Итак, готовы? Стоп. Я говорю, раз. 2.